Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Как же скачать Telegram на компьютер? Вводите в Google Telegram и переходите вот по этой ссылке. Telegram Messenger. И ищите, скачиваете Telegram for Mac Linux. Жмете вот сюда для Windows. Скачивается. Нажимаем то, что мы скачали. Жмем все время Next, 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 Install. Finish. И нажимаем Start. Вводим с телефона. Далее приходит вам код, вы вводите свой номер телефона, вам приходит код, и вы этот код вводите в окошко, и вот все, у вас Telegram загружен на компьютер. Telegram у вас будет не на русском языке, поэтому в поиске вы набираете бот Антон и ищем его. Вводите в поиске робот Антон. И теперь вводим здесь Windows. Приходит вот такой файл, и вы его скачиваете. Чтобы у вас был на компьютере Telegram на русском языке, нажимаете вот эти три полосочки. Заходите в Setting, теперь зажимаете клавишу Shift и Alt. Ищите строчку «Выбрать язык», вот это. Теперь зажимаете клавишу Shift и Alt. И нажимаете. Скачиваем файл и ищем его. Он у меня в загрузках. И перезапускаем Telegram, чтобы сменить язык. На панели задач у нас отобразился значок Telegram. Теперь заходим в него и смотрим, что у нас все на русском языке. На этом заканчиваем. Всем спасибо.